Всем привет! Кто куда? Я на рыбалку. У нас прошла жарища под 40 градусов. Наконец-то, уже конец августа. Казалось бы, ну сколько можно нас измывать в этом году, как никогда. Очень-очень жарко. Жара спала, соответственно, рыба должна активизироваться. Можно пробовать ее ловить. Я на речке Северский Донец взял с собой минимум вещей, минимум снастей. Сейчас 3 часа дня, людей вокруг достаточно мало. Хочу попробовать половить с ночевкой. Из всех рыбалок, пожалуй, рыбалки с ночевкой самое такое у меня вызывают восхищение, упоение природой, вот наслаждение тем, что ты один. Тишиной, ничего не мешает абсолютно. Можно полностью заняться только рыбалкой. Вот такое место ловли сегодня. Здесь я уже был. Уровень воды упал просто невероятно. Ну, минимум на 1,5 метра. Какое-то время назад я подрубливал вот эту вот ступеньку для кресла. Смотрите, обнажился ярус ниже. И еще ниже открылся берег. То есть существенно все поменялось. На воде присутствует вот такая вот не очень приятная ряска. Ну что поделать, сейчас начну бросать и, собственно, разгоню ее как смогу. Слева у меня упавшее дерево. Справа то же самое. Ну и, соответственно, по центру 10 метров шириной. Место, где можно прекрасно ловить. Все, я мечтаю попасть на тот берег. Вижу там неплохое место, но никак не могу понять, как туда заехать. Классная сегодня погода. Дует легкий ветерок. Не жарко. Ну так, немножко жарковато, но чувствую, что ночью, возможно, даже будет холодно. Холод я люблю больше, чем жару. Потому что в холод можно надеть что-нибудь на себя, а в жару шкуру с себя не снимешь. Интересно, как сейчас дела обстоят с комарами, потому что некоторые тут прям жужжат у меня уже над ухом. Ну, это не беда, в общем. Чувствую, я очень вовремя купил маленькое ведерко. Давно я на него поглядывал. Но все никак не срасталось. Наличия не было, надо было заказывать. В общем, я думаю, что им можно будет заодно и почистить себе выходы. Ну, смотрите, нормально. Разгрести. Да, все равно, пока бегаешь, суетишься, все равно жарковато. Хочется в тенечек. Я тут, в принципе, знаю, куда мне кидать, но клипса у меня не стоит. Поэтому я повесил маркерный груз. И сейчас, как только попаду в точку, куда мне надо, там клипсу и поставлю. А надо мне вот как раз по краю ряски. Ну, возможно, вот так вот. Потому что оно упадет на себя, подтянется. Наверное, так и поставлю сразу. Будем считать, что я с первого раза сразу и попал. По прикормке у меня, как обычно, все по-простому. А здесь у меня пшено, горох и перловка в трех равных частях. Сюда добавлю, ну, по сути, любую прикормку. В данном случае это хитрый лещ.
И еще я купил такую интересную тему, там где покупал наживки. Это вареный горох. Попробую, может быть, буду его насаживать. Ну и добавлю немного в прикормку, потому что разведка донесла, что сазанчики поклевывают. Но я не знаю, есть ли на этом месте сазан или нет. В кашу я люблю добавлять всякие специи. Сегодня я добавил сухой чеснок, кориандр и пожитник. Вроде как лещ любит специи. Пахнет это все очень классно. Меняю я маркерный груз на огромную закормочную кормушку. У нее большая кормоемкость. И сейчас начинаю туда массированный закорм. Где-то кормушек 10-15 как дам. Пусть рыба потихоньку подходит. Прикормку я слегка доувлажнил, потому что она была суховата. Слушайте, суперское ведро. Не зря почти у всех оно есть. Так. Поправка на ветер. Огонь! Только упала. Но сама закормочная кормушка легкая. Да и корм, собственно, как бы плавучий немного. И так вот сейчас туда десяточек. Надо посмотреть, если ветки какие-то будут мешать, придется от них избавиться. Наконец-то солнце немножко в сторону отодвинулось. Не мучает меня, но некомфортно рыбачить, потому что как бы я ни боролся с ряской, на каждом забросе я вытаскиваю пучок на кормушке. Это, конечно, какая-то беда, но ничего я с этим сделать не могу. Забрасываю это я чуть дальше, чем ряска. Как бы забросу, оно вроде как не мешает. А вот при вываживании просто какая-то ерунда. Ну что, ребята, первая густерина на базе. Это именно густера, а не подлещик. Ну и для густера это очень приличный размер. Я доволен. 6 часов вечера. Отличнейшее, просто не жарко, дует ветерочек. Классно, я себя ощущаю просто шикарно. Люди на той стороне потихонечку тоже там разговаривают, рыбку пытаются ловить. Идеальная погода. Посмотрим, как будет дальше. И даже если вы внимательно посмотрите, речка какая-то, самоорганизующийся организм. Ветер подул, раздул. Вот, пожалуйста, вход уже идеальный. По такому шикарному поводу обязательно сразу надо поставить садок. Причем я уже собирался сменить снасть на мою грубую ночную. Но нет, пожалуйста,
на длинный поводок, на маленький крючок попалась густера. Вторая рыба. Мелкая. Убрал я, короче, фидергам. Решил ловить без него, потому что я два раза его оторвал. Непонятно по каким причинам. Вроде бы наоборот все должно быть. Из-за него, видать, путается об траву. И, собственно, что-то происходит непонятное. Вторая рыба идет в садочек. Начинают ребята свирепствовать комары. Надо в срочном порядке переодеваться. Такое сопротивление было, думал. Там рыбина нереальная. Вместо третьей рыбы ракушка. Но поклевка-то хорошая была. И сейчас прямо поклевка такая. И место, главное, правильно выбрано, потому что ракушка на дне. Значит, все, будем ловить, и результат должен быть. Что-то ж было. Надо менять крючок. Рыба сходит. Ну, вы видели, что произошло. Это уже не первый раз. Два фидергама я оборвал ровно таким точно образом. То есть поклевка, я держу рыбу. Рыба, ну, такая, более-менее приличная, судя по весу. И она идет под бровку. Прям очевидно идет на меня. Я ее секу, и она за бровку, за траву, видимо, путается кормушкой. Вот сейчас я смыкал, в итоге все оторвал. Вместе с кормушкой, вместе с рыбой, вместе с поводком. Офигеть. Даже не так. Смотрите, что. Крючок на месте. Поводок на месте. На поводке достаточно толстый флюр. Разорвана. Тупо кормушка зацепилась за бровку. И оторвалась. Вот такие дела. Надо вставать с кресла, видимо, раньше. Это капец какой-то. Рыба клюет, поводки отрываются. Темнеет. А у меня дров нету. Надо же еще дров хоть немножко заготовить. Чищоба тут, конечно, конкретная. О, нашел что-то. Похоже на дрова.
Кажется, неплохо я все засветил. Главное, чтобы теперь дрон не прилетел. Готовится, рыба клюет. Мелкий подлещик. Вот такого разведчика поймал. Только что была поклевка сначала на одну удочку, потом на вторую, пока он идет в садок. Блин, у меня тут колбаса горит. Надо, чтобы же все было по фэншую. И как обычно, рыба клюет. Что-то задолбут меня комары. Надо врубить фумигатор. Сейчас что-нибудь отключу. Потому что жить невозможно. Как обычно все. Уселся есть. Не успел два куска в рот засунуть. Что-то клюет. Хоть бы что-то поймалось, а так просто клюет. Ну что я могу сказать. Кто кушает, приятного аппетита. Мне пока рыба не дает поесть. Только сел, звонит. Но лучше так, чем тишина. Есть рыба, ребята. Ну что, только-только я поел. Ну, пожалуйста, подлещик. Ну, не сказать, что он крупный.
Но пойдет. У меня, кстати, новая сетка на подсаке. Оставил в подсаке рыбу. И там запуталась в этом подсаке водяная крыса. Сдохла. Порубила на куски сетку. В общем, имейте в виду, рыбу оставлять не надо. Вот такой скользкий, слизкий подлещик отправляется в садок. Ну что, становится интересно. Сейчас заварю себе чайка. Подлещика пойму. И уже получается ни одного. Интересно, как будет дальше. На том берегу тоже есть рыбаки, но достаточно далеко. Фонарик иногда пробивает. Чуть не убежал, негодяй. Что значит лень взять в подсак? Ну ничего, подлещик на месте. Итак, что по ночной рыбалке? Ночью было глухо, как в танке. Точнее, какие-то тычки были, даже были обрывы, зацепы. Вот так, чтобы пришел лещ трофейный, хозяйский, такого не было. Опустилась температура где-то градусов, наверное, до 14. Подул ветер такой поземкой холодный с водоема, вот дует, и все такое ощущение, что дует кондиционер на полную мощность. Я замерз, честно говоря, просто, ну, как-то необычно, видимо, привык уже к жаре, а тут такая история. Подмерз. Ничего не клюет, обрывы постоянные. Ну, там, зацепил пару подлещиков, вот то и все. Как-то грустно. Видимо, неправильно я выбрал точку ловли.
слишком далеко забрасывал. Там еще лежит какое-то бревно, об которое я непрерывно обрывался. Пару раз чувствовал крупную рыбу, ну, относительно крупную. И она сразу, видимо, шла в укрытие. После этого достать ее оттуда не получалось от слова совсем. У меня почти закончилась прикормка. Около 5 утра я пошел спать. Сейчас уже 10:30. Я выспался. Все отлично. Согрелся в палатке. Сейчас еще, конечно, можно ловить, но вы сами видели, что клюет. Мелкая плотва. Скорее всего, будет клевать густера. Но сейчас повернется солнце и будет светить мне в лицо. Соответственно, после 11 в этом месте рыбачить некомфортно. Сейчас еще немножко посижу. И, собственно, решил всю рыбу практически выпустить, потому что она мелкая. Выберу парочку подлещиков, пожарю их, потому что я есть хочу, не могу. Ну и на этом буду заканчивать. Ну, это уже неплохая плотвина. Смотрите, трофей подъехал. Это к вопросу качества крючков. И вообще очевидности поклевки. Парочку подлещиков я отобрал, а вот эту мелочь отпускаю. Тут у меня один подлещик и одна густера. И чистить я их буду ложкой. Такой лайфхак. Ложкой они чистятся гораздо быстрее, чем ножом. Пока там печка распаливается, мне надо рыбу очень-очень мелко надрезать. Через 5 миллиметров до хребта. Есть умное слово, как этот процесс называется, но я не помню. Это нужно для того, чтобы мелкие кости в процессе жарки в масле прожарились полностью и их не чувствовалось. Надрезаю и солю. Чтобы мне без проблем рыбу в муке обвалять, я обычно использую пакет. Сюда раз рыбу и два.
Ну а дальше пакет надо будет просто выбросить и все. Все готово, можно начинать кушать. Интересно, как там рыбка получилась. Ребята, ничто не может сравниться со свежепойманной рыбой, пожаренной. Это крайне вкусно. Тот, кто пробовал, тот подтвердит. А кто не пробовал, тому желаю попробовать. Вкусно покушал, убрал за собой поляну неспешно, собрался. Можно потихоньку выезжать. Я искупался на дорожку, еду домой освежившийся и бодрый. На этом все. Всем спасибо и пока.